Мне кажется, у вас все хорошо, потому что если вы считаете, что вы пошли кривой дорожкой, надо что-то изменить в своей жизни, это очень высокий уровень интроспекции, самоанализа. Когда человек собой недоволен, хочет что-то изменить. А когда говорит, а все прекрасно, отлично, замечательно, а что все. Вот тут, как правило, возникают проблемы, потому что реально жизнь человека, она всегда ошибочна. Мы совершаем ошибки все более нарастающие. Когда человек ребенок, у него нет опыта жизни ребенком. Он ребенок первый раз. А потом он становится подростком тоже первый раз. Потом юношей первый раз или девушкой. Потом человеком среднего возраста, зрелым. Потом стариком и тоже первый раз. Стариком первый раз. Люди выходят на пенсию первый раз в жизни. Они не знают, что делать. Они вроде бы научились, приспособились, все, и дальше все заканчивается. Человек несовершенен, но совершенство человека заключается в осознании этого несовершенства и в попытках что-то хотя бы исправить, изменить. У вас это чувство есть? Не берусь судить, я не знаю обстоятельств вашей жизни, но то, что вы задаетесь таким вопросом, это прекрасно. У вас есть все возможности для того, чтобы измениться к лучшему.